Привет, друзья-товарищи! Вновь канал Покемоша Live и Чешский Трип. Пятая серия, самое что ни на есть железнодорожная. Джентльмен, если смотрел предыдущую серию, помнит, с какими приключениями мы добирались в Лужно из Праги и какое разочарование нас ждало непосредственно у входа в музей поездов. Он-то оказался закрыт. Санитарный день или что там у них? Тогда мы спросили у уважаемого зрителя, как события стали развиваться в дальнейшем. Было целых 6 вариантов, среди которых: первый – дождались следующего дня. Второй – посетили музей тайно, прокопав подземный ход. Третий – изобрели плащ-невидимку и чекали Локи в инвизе. Четвертый – прикинулись электровозом ЧС-4Т или хотя бы реверсивкой и так попали на территорию. Пятый – добрая тетка сжалилась и пустила Христа ради. Шестой – все, что удалось, это подивиться на локомотивы через забор. Конечно, самым реалистичным выглядел бы вариант номер 4 – прикинуться электровозом, что мы и попытались осуществить. Наверное, со стороны это выглядело примерно так. Однако не хватило какого-то компонента, и все пошло на смарку. Что ж, мы вернулись к калитке и стали выкрикивать фразы. Что, ошалели, что ли? Мы хотим видеть картины! Желая привлечь внимание тетки. А она тут как тут. Ты чего шумишь, а? Вот я тебя сейчас за ухо! Да я ничего. Нет. Я бабушка иностранный турист. Собачку говорящую посмотреть охота. В смысле поезда. Пустите, пожалуйста, я хороший. Хороший говоришь? Ну, ладно, так уж и быть. Смотри, милой. И отпирает калитку. А тикет спрашиваю? Отступись, смотри без тикета. Ой, спасибо, бабушка. А вот вам книжка, подарок. Ну, а книжка-то с картинками? С картинками, бабушка, и большими буквами. Полюбовавшись друг другом, мы расстались. И, наконец, вот он. Музей поездов. И каких? Чехословацких. И ни одного посетителя, кроме нас. Емен. Сразу по курсу уважаемый и исторически значимый электровоз Е-499. По факту прототип ЧС-1. Машина этой серии – первые серийные постоянники на 3 кВ, выпущенные заводами «Шкода» совместно со швейцарцами еще в 50-х годах. Наш герой 57-го года выпуска, того же, в котором в Союз прибыли первые ЧС-1. Об этом у нас есть отдельный ролик, вы можете найти ссылочку в описании. Лок имеет часовую мощность 2032 кВт и конструктивную скорость 120 км в час. Вес коробочки 84 тонны. Машина оказалась очень удачной и пережила большой рестайл. Всего предприятия «Шкоды» выпустили 3393 электровозика. Интересная кличка у героя – «Бобина». Вероятно, оттуда пошла поговорка про «Бобину», не в которой было загадочное дело. Прикольный дизелек. Мы как-то заметили, что полноценный музей обязательно должен включать в свою экспозицию разные потроха локомотивов, ну и вообще инфраструктуры. Эта точка не исключение. Вот дизель К6С230ДР. Есть и описание, и фотографии. Смотрите, еще две прекрасные машины 180 и 181 серий. Если предыдущий электровоз послужил прототипом для ЧС-1, то серия 180 стала базой для создания знаменитейшего ЧС-2 – Чебурашки. О нем у нас тоже имеется ролик. Этот локомотив – такой же постоянник на 3 кВ, имеющий более привычное обозначение 23Е, выпускавшийся с 58 до 59 года. Обратите внимание, аппарат уже шестиосный. Серию проектировали с расчетом работы на линии Прага-Кошице. Электровозы грузопассажирские, при этом они располагают ходовкой очень близкой к ЧС-2. А вот 181 серия интерьером вообще не отличается от Чебурашки, за исключением несколько измененного подвешивания кузова, крыши и наметельников. Работники музея прицепили к чеху мотовозик, не менее известный в Европе серии 700 с модификацией 702. Его уникальная экипажная часть была разработана таким образом, чтобы иметь возможность применять машину на колее от 600 мм до 1676 мм. Кроме того, мотовоз экспортировался в ГДР, Китай, Болгарию, Египет, Советский Союз, Польшу, Румынию, Албанию, Ирак, Индию и Венгрию.
дамы и господа, любимец публики Тузик, он же ТУ-3, в Чехии ТУ-47. Аппарат очень древний, из далекого 1954 года. В Союз тепляки шли с 1957 года. Вроде как действующие ТУ-3 можно сейчас увидеть на Малой Октябрьской дороге. Привет октябрятам! Нас всегда удивляла кабина девайса. Без кресел. Поправьте, если мы что-то путаем. Слушайте, давайте окунемся в ту атмосферу музея, когда мы ходили от одного экспоната к другому. Это так атмосферно. Прямое включение. Окей. Вот он, типа прицепной, что ли, вагончик, видимо, там какой-то. А слушай, а может быть, наверное, смотри, как раз вот у них тут три, вот эти вагоны таскал. Очень достойно. Вот на таких транспортных тележках. А, у них же тут еще это. У них же тут еще и модельные эти все штуки. Если ты понял, здесь можно смотреть. Тут семафоры самые разные. И вот еще интересная техника тоже, техническая. Продолжаем чекать этот музей. Мы остановились на тепловозе Ту-3. И вот смотрите, какой еще милый мотовозик. Не знаю, какой серии. Тут вон даже крышек букс уже нет, смотрите. Тут все как-то по бороде пошло. Но зато он вот такой. И у него, смотрите, перфорация по типу как в Чехии. Сейчас вы поглядите, что там внутри. Мне потому что не видно. Но я ее поднял камерку вверх. Вы можете посмотреть. Светильники он. Как и там цвамовские называются. И вот такой двигатель. По типу дизеля. Сюда заливалось топливо. И эта штука ехала. И было круто. А теперь смотрите, друзья, металлические шпалы. Как тебе такой, Илон Маск? Это реально металлический шпал, друзья мои. Это не какое-нибудь там дерево. Дальше он деревянный идут, а здесь Metal King. Вон там и чмухи стоят, и все дальше. Но чуть попозже. Вот цистерна тоже после реставрации. Еще там полувагончик маленький. Вот эта штука. DH-120. Вообще не знаю, что такое DH-120, но вот, вероятно, что-то такое интересное. Никаких даже нету табличек сопроводительных или что-то такое. Вот номер 84 порядковый. И вот вид в кабину. Но она еще ждет реставрации, конечно, ее отремонтируют, я не сомневаюсь в этом. И вот тут царство вагонеток. То есть это узкоколейная техника здесь представлена. И смотрите, какая кривая. Просто настолько она кривая, что... Ну, как бы то ни было. Вон там ширококолейный кран, походу. Тендер от паровоза ширококолейный, от запасники. А здесь вот на вагонетках, видишь, всякий нехитрый скарб. Накладки там всякие, видишь, крепления рельсовые и так далее. Вот что там, лягушки что ли такие? Да, круто, конечно. И вот парик. Посмотрите, тоже он восстановлен по ходу. Я не знаю, что за машина, но написано 422 паровоз с порядковым номером 06214040. Но там, видите, даже в будке машиниста все восстановлено, круто. Ну а здесь вот вагон, который уже походу как сарайка используется. Прикольно, смотри, тут можно так заехать. Так, дык-дык-дык-дык. Фига-ка сюда. И вот здесь техника техническая. Смотрите. Сейчас мы посмотрим, конечно, наверное, нормальная машина. Но такая, видите, махонькая бочечка. Как тебе, Илон Маск? Здорово, правда? Офигенно. И вот тут по кругу они, я так понимаю, еще ездят даже. Тут какие-то локомотивы действующие. И можно даже на поезде доехать там туда-то или сюда-то. Вот 1912 год, Ребзя. Такая машинка, посмотрите. Краус и компани. Офигеть.
Возможно, вот, скорее всего, платформа, смотрите. Эта штука тут по кругу пассажиров вокруг всей экспозиции возит. Ну, тех, кому просто пофигу. И смотрите, чуваки. Машка, М-62. Она же Т-679. Какой-то дядька прошел. Ну, ладно. Наверное, так можно. Пойдем потихонечку туда. Тетка-то разрешила, вдруг дядька не разрешит, ругаться будет. Надо так тихонько пройти, чтобы он нас не видел. Вот легендарные машины Т-478. Эти машины можно видеть на многих картинках Чехии. И мы их посмотрим, конечно же, тоже. Просим простить, но нам хочется сказать несколько дополнительных слов об этой легенде. Т-478. Для Чехословакии это как для нас, наверное, Т-3. Грузопассажирская машина мощностью 1500 лошадей с электрической передачей и конструктивной скоростью 100 км в час. Важно, что силовая установка очень сходна с применяемой на ЧМ-3. А на другом тепловозе, уже 749 серии, которая стала модернизацией Т-478, так и вовсе был использован чемушечный дизель К6С310ДР. ЧМ-2 – легенда не только у нас, но и в Чехословакии. Можете представить, что в этом музее представлены аж 4 ЧМУхи второй серии. Кстати, про ЧМ-2 на нашем канале также есть отдельный ролик и вполне полноценный. Поэтому нет смысла повторяться. Ссылку на него мы, конечно, оставим в конце этого видео. Джентльмены и лейди, предлагаем сделать перерыв, чик. Ну, типа покушать и все такое. Мы хотим оставшийся эмоцион по безлюдным пространствам сделать вообще без внешних комментариев, то есть максимально атмосферно, как оно было. Немного спойлера. Нам удалось посетить запасники музея, где хранится подвижной состав в плачевном, пока, состоянии, предназначенный для реставрации. Полагаем, это очень интересно. Друзья, товарищи, спасибо, что досмотрели ролик до этого места. Давайте выберем фаворита из уже показанных локомотивов. Напишите, пожалуйста, какой из них вам понравился больше всего. В следующей части про музей мы назовем победителя хит-парада от вас. Спасибо. Не забывайте про наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. Также мы располагаем железнодорожной фотогалереей боевые-локомотивы.ру. Там можно постить свои работы на железнодорожную тематику. Оценивайте этот ролик лайком или дизом, пишите комменты. Еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео!